Всем привет! Закупил 5 миллионов Лайфорса, примерно по 77 тысяч за диван, то есть 650 диванов там вышло. В жертву будем приносить дешевые карточки, которые у меня были, они не стоят даже дивана. Подготовил стэш, все убрал, надел сет Оракла на удачу. И буду приступать. Я немного переехал в левый угол, потому что справа у нас теперь карточки. Вот они все. Играем. Ну и поехали. Все записывать не буду, потому что это очень долго. Так, короткое включение после 60 карточек. Потратилось в районе 700 лайффорса или 90 диванов. Сейчас последнюю подождем и посмотрим, что там. Нюрса, хорошо. Списочек после 60 карточек. Прошло часов 7, я уже немного вафленый, осталось примерно 50 тысяч лайффорса. На жертву тоже мало карточек осталось. И можно добить. Что я увидел пока что, все, как мне кажется, плохо. Мало дорогих карточек. Ну, посмотрим. Хедхантер под конец. Доктор. Все закончилось. Идем смотреть. Бразер гифтов, 12 бразер стэшей. Что еще из интересного? Так интересно. Divine Beauty, 32 карточки. Sublime Vision, 2 карточки на Nimes. 4 фрактурных орла. Исус не добился немножечко. Эх, не хватило одной карточки на Mirror Shard. Да, потом отвечу. Один аптекарь всего лишь. Два хатхантера. Одно не хватило до импаура четвертого.
98 фортунейтов. Здорово. 3 иммортала. Еще один на Мэйдж Блад Инсинкет. 60 Нурс. 60 пациентов и 16 Нюрс. Еще одна карточка на Мейдж Блад. Тридцать два Сефирота. Всего лишь 2 на Сквайр карточки. 2 на Старфордж. Посмотрим дальше, насколько я в минусе окажусь. В общем, все вышло на 500 дивайнов. Минус я на 150 дивайнов. И можете сравнить этот результат с результатом прошлой лиги 3.24. Там я то же самое делал, обменивал 5 миллионов лайффорса, обменивал див-карточки. И что я могу сказать? С результатом я не очень доволен, конечно. Да. Это ж примерно я как будто открыл 67 тысяч стак деков. И всего лишь одна аптечка, там пара докторов. Маловато. В общем, спасибо за просмотр. Как обычно, подписочки, лайки, залетайте в Discord. Смотрите другие видео на канале. Всем удачи, пока.